В ночь на 13 июля в селе Шайдури Ханевьянского района сгорел 41 дом. Без крова остались 35 жителей, из них трое несовершеннолетних. Стартовала работа по составлению социальных паспортов погорельцев села Шайдуриха. Штаб разместился в местном доме культуры. Здесь специалисты управления соцполитики принимают заявки на единовременную выплату погорельцам и собирают всю информацию, необходимую для оказания помощи. От количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей. Волонтеры Свердловского дома добровольцев собирают первую партию гуманитарной помощи, чтобы доставить ее сегодня жителям села Шайдуриха. Информацию о потребностях передадут крупным благотворителям. По сообщению информационного портала Свердловской области, в пожаре погибла одна женщина. Ее нашли при разборе завалов. Также зарегистрированы два обращения. От мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кисти и рук. Помощь ему была оказана на месте.